Привет, стримаши. Сейчас я расскажу, как можно посмотреть фильм или сериал. Но в браузере я не буду показывать, как расширение. Есть куча расширений с VPN-ами. Ставите, какое нравится. Естественно, сайт начинает медленнее работать, грузится все. Раза в два это еще в лучшем случае, но вы попадаете, например, на сайт, на тот, который хотели. Дальше вы жмете или торрент ссылка, или магнит ссылка. И, например, есть плеер, Rox Player. Он сразу может воспроизводить фильм с торрент файла. Ему можно запихивать торрент файл либо магнит ссылку. Но если, например, это мобильный оператор, почти что все мобильные операторы блокируют протокол P2P, торрент, все подряд блокируют. И в плеер впадает в стопор, скорость маленькая, около там 20-30 килобит в секунду. Сейчас вот он побольше пишет, на самом деле, я не знаю, почему он сейчас 70-90 пишет, обычно 20. То есть он ничего не грузит на самом деле, какую-то служебную информацию передает. То есть вот этот расширение VPN-овское в браузере, оно тут не помогает. Сама в программке, по-моему, я не нашел вставлять, где прокси-сервера. То есть в Windows нужен свой VPN. Можно просто купить VPN. 2 доллара где-то стоит, например, Avast продает в месяц. То есть получится за год 24, либо сколько хотите купить на пару месяцев. Он прекрасно работает, но придется платить. То есть сколько? 2 доллара, 120 рублей. Ну не так много, 120 рублей. Что-то это один раз в бедняцкий магазин сходить. Можно купить. Так. И сейчас я включу, но не Avast, а Avira. Что-то я не вижу это Avira. Avira Phantom VPN. Сейчас подождем. Угу, подключился, все нормально. Так. Как его перезапустить-то? Ё-моё. Блин, видео я не могу включать. Сразу заблокируют. Там даже, блин, я не знаю, 10 секунд нельзя видео вставлять. Так, сейчас. Тогда как-то так вот.
Вот все нормально пошло. Даже не нужно было перезагружать плеер. Так. И вот скорость, видите, 8 мегабит стало. Все пошло. В общем, так можно. Конечно, VPN считает трафик. Ну, почти что все. По-моему, какие-то некоторые только не считают. Они сильно скорость там, конечно, сбрасывают. А Вастовский, по-моему, не считает. Вот. Но с трафиком уже сами разбирайтесь. Либо ищите, который не считает, либо много. У меня не так много получалось на самом деле этого трафика на мобильном. Может быть, около 100 гигабайт в месяц. Ну, теперь, в общем, все. Такой получается двойной VPN. Тут пока я говорю, он грузит. Люди грузят там туда-сюда. Так что все работает. А иначе без этого никак. Ничего работать не будет. Приходится помимо VPN как расширение, еще нужен VPN и в самой системе. Никаких особых сложных настроек тут не было. Единственное, что хороший VPN, неограниченный, ну вот он стоит около $2. Вот и все сложности. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления, ставьте себе VPN. Или сидите на бесплатных тормозных. На них тоже можно посидеть. Не так это страшно. Всем пока.